я его не люблю. Вообще почему? Я звонила ему. Вот вопрос почему? И сама не пойму. И чего все путем? Я забыла о нем. Наступила пора. Я свободна, ура! Нет, мне не жаль. Нет, ничего мне не жаль. А чего там жалеть? Как могла вообще я все это терпеть? Мне теперь все равно. Да, я остыла давно. Я ждала и ждала, а теперь я смеюсь, ничего не боюсь. И вообще почему я звонила ему? Вот сегодня раз шесть, раз полная жесть. В Ютубе у меня полно всяких песенок и концертов. Смотрите и слушайте. Я вас люблю!